Друзья, приветствуем вас всех на своем канале. Сегодня приехали с Наилем чуть-чуть на Амура поохотиться. Попробуем добыть трофей. Я полтора месяца лежал в засаде. Наконец-то сбылись мои мечты. Бешеный татарин жалился надо мной. И приехал, да? Заехал за мной в Булгаку. Говорит, поехали на хорошую рыбалку, я покажу. Отойди. Вот такие рыбы там плавают, и мы их подстрелим. Я говорю, ну, я тогда поеду. Только я тебя поправлю, не на рыбалку, а на подводную охоту, Наиль. Вот что делается с подводником, когда он долго находится в доме. Да, надо засиделся, да, ты? Выезжать, да. Ну, ничего, Пугачев 6 месяцев, а не Пугачев, Стенька Разин 6 месяцев сидел в крепости. Я полтора месяца. Наконец-то! Я тоже поныряю. Кстати, мы сейчас вам покажем нашу обновочку. И сейчас вы увидите, что это. И вот наша обновка, которую мы хотели давно приобрести с Аксакалом, чтобы переодеваться зимой в тепле. А то постоянные морозы, там минус 25, минус 30 мы там переодевались раньше. Устали от этого. А еще, чтобы нам было очень тепло, мы взяли себе вот такую штучку. Это называется обогреватель «Следопыт». Сейчас его включим, вот. И в палаточке будет очень тепло, Наиль. Аксакал, ты доволен, скажи мне? Вот можешь же затронуть мое разбитое сердце. Согреть палаткой, обогревателем. Да я только этому рад и очень, потому что бывали случаи, когда за 20 градусов... Не раз при том, да? Это было что-то. Это рассказывать можно долго, поэтому мы как цивилизованные люди приехали, в тепле переоделись, поныряли, в тепле разделись, покушали, сложили. Складывается, раскладывается в течение одной минуты, поэтому молодец. Я ж тебе сказал, я тебя обрадую сегодня. Не, ладно, заехал за мной. Здесь еще радости не закончились. Такая вещь, очень необходимая зимой вещь, которая поможет нам продлить радостное настроение. А то пока одеваешься на морозе, уже так думаешь, блин, а не зря ли я приехал? Просто я озабочусь о старых костях своего верного напарника. Как он говорит, старые кости морозить не будешь больше. Да. Благодарю за заботу. Наиль, но это не все еще сегодня прелести, которые тебя ждут. Сегодня я тебя приведу, я знаю, где стоит хороший амур, и ты его обязательно возьмешь. Слово тебе даю. А зуб какой-нибудь дашь? Нет. Так, на всякий случай. Зубы пока все у меня, не хочу тебе отдавать. Ну ладно, ты меня и так сегодня порадовал, поэтому та еще где-то привязанная стоит амур. Я тебе обещаю, что ты сегодня найдешь амура и покажу, где он. А у вас есть такие напарники, друзья? А у меня есть. Вот. Пойдем в тепле переодеваться. Давай. Пока там Наиль переодевается, коллеги, всем бы посоветовал пользоваться вазелином, то есть обмазывать губы вокруг губ, вот эти открытые места, щеки. Короче, пользуйтесь вазелином, меньше будет раздражений и лучше будет кожа лица. Наиль, как ты там? Вот вы не представляетесь, ну здесь примерно плюс 20. Реально, да? Реально. Я базар отвечаю. Сегодня у тебя уже как минимум подводная охота удалась, да? Да все, я уже... Капец, здесь тепло идет, на улице минус 10, блин. Ну, здесь реально тепло, потому что я спокойно здесь нахожусь, уже где-то видим, потому что мне очень даже тепло. Ребят, хватит мучиться. Надо как нормальные пацаны ездить. Это не так дорого, а настроение прибавит и здоровье намного, потому что в тепле одеться и раздеться – это большое дело. Выходишь? Чё, ты вспотел, что ли? Там Ташкент, блин, на улице деваться буду. Нет, это плитка вообще греет офигенно. Да? Жарко, да? А за собой дверь не учили закрывать? Я проветриваю. Не надо проветривать там. Я сам зайду эти вещи. Ладно, пойду я. Теперь моя очередь переодеваться. Кстати, там можно вдвоем переодеваться. Сейчас я вам покажу, как внутри. Стою здесь полный рост, палатка где-то 185, можно спокойно и комфортно переодеваться.
радует меня, бешеный татарин. Мне комфортно вообще сегодня. Самая комфортная охота в зимнее время – это сегодня. Слушай, ты столько наслаждений сегодня получил. Может, Амура отменить тебе? Я уже получил все, что мне надо. Коллеги, не пожалейте денег, купите себе такую палатку. В удовольствие переодевайтесь. В любой мороз. Вот сегодня минус 10, я стою в футболке, даже вот уже минут, наверное, 10 собираюсь тут. И ни капли не замерз вообще. Круто, классно. Покайфовали, а теперь в мороз нырять, да? Удовольствие, ну, немного другое. За этим вы приехали. Да, согласен. И те, кто сегодня ныряет, тоже удачи. Ну ладно, начинаем поиски Амура. Итак, друзья, сейчас я вам расскажу, где мы охотились и как находить Амура зимой в Карманово. В Карманово имеется два канала, старый и новый. То есть рыба бывает и в новом, и в старом канале. Из рыб встречается много карася, толстолобики, маленькие амурчики, лещ, подлещики, судачки. По акватории я вам скажу, что рыбу нужно искать в траве, либо на свалах, либо на глубинах. То есть все зависит от выхода. Начали мы с травки, потому что тут не глубоко, прозрачность лучше, чем на свале. И вот я вижу первый сход, это был амур. Вот встретил сеть. Здесь тоже был амур, только уже тухлый. Сетей, кстати, много в Карманово, будьте аккуратны, особенно на глубинах, когда ныряете. Потому что местные ставят сети постоянно. Есть кто порядочный, то есть небольшую сеточку ставит, маленькую раколовочку, а есть кто браконьеры, ставят километрами. Поэтому нужна особая бдительность. Встретил я аксакала, он тоже показал мне на сеть, и поплыли мы вглубь. На глубине прозрак был не очень, было много карася, он мутил хорошенько при свете фонаря. Я обныривал в основном свалы, искал тут амура, встречал всяких маленьких подлещиков, много очень карася, окуней. И вот плыву, здесь такая нора канального сома. Там как раз таки и живут канальные сомики, в свалах, в норах. Здесь тоже был у меня небольшой сход амура. Мутняк, видите, да, сильный, то есть я его искал, за ним шел, но, к сожалению, не смог его найти. На глубине где-то метров 5 я встречаю стаю подлещиков. Там же стоит небольшой судак. Дальше замечаю окуня. Немного поснимал его, такой неплохой окунек. На глубине, кстати, есть всякие конструкции. Металлические, это, видимо, бывшие понтоны. Но в итоге я ничего тут не нашел. И поплыл вновь в траву. В травке видно было сразу мутняк. То есть здесь реально где-то ходил амур. Встретил сеть с карасем. Такую небольшую сеточку. И тут увидел маленького судачка. После этого я встречаю неплохого амура, делаю выстрел, потом только включаю камеру. И здесь, честно говоря, я думал, он ушел вообще. Сделал выстрел, видите, волна пошла в сторону. Смотрю, линь не размотался. Думаю, промазал. Поэтому я почему-то думал, там ничего нет, но нет, начал поднимать, чувствую сопротивление. И смотрите, такой неплохой амур, в принципе, не трофейный, но и не маленький. В самый раз. Все прекрасно знают, что в Карманово сейчас по рыбе не очень хорошо, поэтому приходится долго и тщательно искать все, проныривая, очень аккуратно просвечивая. В принципе, и охота удалась. Жировать не нужно. Получил удовольствие, поснимал много рыб, ну и взял амура.
короче, долго плавали. Часов не наблюдаю. Да, да, да. Ну, взяли по Амуру, да, неплохому, в принципе. Ну, ты неплохой, я так. У меня асфальт пожиже. Дома пониже. Ну, ты глубже ныряешь, потом больше берешь. Ну-ка, покажи губу. Замерз. Прикусил, что ли? Нет, она здесь у меня. Вот здесь, вот в этом месте. Нет, она это, вот так. Вот так сделаю. Офигеть. Вот так держала сюда, давила. Вот. Ну, вот так. Пойдем-ка переоденемся и покушаем в теплой палаточке. А то здесь на улице минус 13, прохладно больно. Давай. Пошли в палатку. Голос дрожит. Да, здесь, конечно, сразу прям руки, лицо, все отходит. Вообще красота. Извините, у нас занято. Что, не открывается, да? Нет! Капец, у тебя волосы, прикинь, замерзли. Офигеть. Закрывай, закрывай, не май месяц. Блин, ну тут вообще классно, да? Есть. Да это дом уже, что? Это же дом. Чё мы раньше, да, не брали такую классную вещь? Ну, мне простите, но таких не было тогда. Я в твоём возрасте был. Такое ощущение, что лето, градусов 17-20 где-то, да, на улице? Нет, у меня в машине недостаток, я там в полный рост не могу встать. Вот сюда поближе встань, Вася. Вот так. О, вот все. Чё тебе? Чё ты там приготовил, Наиль? Знаешь, такая вещь классная. Целая кастрюля, я смотрю. О. Слушай, тут и супчик можно с собой брать, да, теперь? Чё, Наиль, может, уху сваришь? Наиль, а вот ты вот говоришь, 30 лет спокойно плавал, потом я появился, и спокойно не можешь в удовольствие. Видишь, какое удовольствие это? Ты появился... Я как бабочка на ночной брюшине перешел. Раньше днем спокойно плавал. Раньше здесь неинтересно было плавать. Ну, азарта никакого не было. Леща вообще здесь было столько, что ужас просто. Подстрелил там на 10-15 килограмм. Днем, да? Да, а днем. И там, ладно там это, днем смотришь, это поверху плавает. Еще мутная вода. Подплываешь и ждешь, когда она там на тебя выйдет. Она входит, бах. Никакого азарта, ничего. Вот сейчас классно, трудовая. Полночи с фонарем плавать, чтобы что-нибудь найти. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментарии. Там это будет очень приятно. Всем трофеев и чистой воды, друзья.